Президент Александр Лукашенко отмечает необходимость снятия ограничений во взаимной торговле с Россией. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Владимиром Путиным. Российский лидер прибыл в Минск для участия в третьем форуме регионов двух стран. Своего коллегу Александр Лукашенко приветствовал лично в атриуме Дворца независимости. Затем политики прошли в Зимний сад, где состоялся разговор тет-а-тет. После к главам государств присоединились делегации. На переговорах в расширенном составе основной темой стала экономика. В прошлом году взаимный товарооборот между странами составил 27,5 миллиардов долларов по сравнению с 2014-м, снизившись по объективным причинам на 26%. По мнению Александра Лукашенко, именно активизация межрегионального сотрудничества позволит ускорить восстановление объемов товарооборота между Белоруссией и Россией. К сожалению, переломить негативную динамику товарооборота между нашими странами до сих пор не удалось. Объем взаимной торговли за 4 месяца этого года составил 7 миллиардов 600 миллионов долларов, снизившись на 12% примерно к соответствующему периоду прошлого года. Экспорт около 3 миллиардов Беларуси в России сократился к январю-апрелю на 6%. Благодаря нашим скоординированным усилиям в преодолении последствий нестабильности в мире экономической, темпы падения товарооборота значительно замедлились. Если по итогам 4 месяцев прошлого года взаимный товарооборот упал на 30%, то у нас идет около 12% за этот год 4 месяца снижения. Я очень надеюсь, что в ходе совместной работы мы сможем отыскать резервы для закрепления положительной динамики и тенденции. Повышению стабильности наших экономик, росту благосостояния белорусов и россиян будут значительно способствовать снятию еще существующих некоторых ограничений в нашей торговле. Экономический кризис вообще-то должен нас сплотить. Мы всегда отмечали то, что наши отношения самые продвинутые на постсоветском пространстве, и другие объединения интеграционные всегда ориентируются на тот опыт, которым мы обладаем. Закрытых тем ни у нас, ни у России нет. Уверен, что по всем проблемам мы сможем найти решение в духе наших союзнических отношений. У нас были определенные потери в прошлом году. В этом году все-таки объемы восстанавливаются. Причем объемы экспорта белорусского в Россию, они увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Белоруссию. Ну, в целом это нормально. И более того, в физические объемы они увеличиваются. Нам нужно сегодня использовать время в ходе совместной работы для того, чтобы вместе подумать на тему о том, как нам сохранить эту положительную тенденцию и ее усилить. А в целом я, безусловно, согласен с оценкой, которую сделал Александр Григорьевич по поводу характера наших отношений. Действительно, это наиболее продвинутые на постсоветском пространстве отношения. Мы очень много внимания уделяем не только экономике, но и решению социальных вопросов. И в целом это, безусловно, идет на пользу нашим гражданам. Вот такой настрой российская сторона не только сохраняет, но и готова его, этот настрой, усиливать и вместе с вами двигаться по тем направлениям, которые мы уже много лет тому назад выбрали. Во Дворце независимости наряду с темой белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили и другие актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную повестку дня.